В этом пакете более килограмма соли. Правда, солят ей не блюдо к празднику. О том, что именно в этом месте на трассе автомобиль с самой крупной с начала года партии синтетических наркотиков остановится, не знали даже оперативники. Поэтому, как только водитель и еще двое молодых людей решили отдохнуть, силовики долго ждать себя не заставили. Нами был задержан автомобиль, в котором было трое молодых людей, которые перевозили с последующей реализацией, то есть это преступление квалифицируется как покушение на сбыт, около килограмма и 300 грамм синтетических наркотиков. Информацию по этому драгдилеру новокузнецкие оперативники отрабатывали несколько месяцев. Операцию провели прямо на трассе Кемерово-Новокузнецк в Прокопьевском районе. Более килограмма соли предназначалось для дальнейшей продажи. Пакет с наркотическим веществом наркодилер и не думал прятать, он лежал на задней полке автомобиля. Сейчас устанавливаются все детали преступления, за которое продавец соли может получить до 20 лет лишения свободы. Остап Григорян, новости моего города.